Основатель и бессменный руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский скоропостижно ушел из жизни этой ночью. Ему было всего 52 года. Последние 30 лет он вместе с ребятами выезжал в экспедиции на места сражений Великой Отечественной войны. За это время были подняты и подготовлены к погребению останки почти 10 тысяч советских солдат. Это воспитание подрастающего поколения, причем я сразу всех там успокою, кто там начинает патриотизм на костях. Это даже в большей степени воспитание не патриотизма, это просто воспитание человека. Человека, который может себя обслужить, который может в экстремальной ситуации правильно себя повести, обезопасить себя, своих близких. Школа жизни, да, элементарно. Прощание с Артуром Ольховским пройдет завтра, 24 декабря в 12 часов в Тюмени, во дворце «Пионер» на Челюскинцев, 46. Коллектив Тюменской службы новостей скорбит в связи со смертью руководителя областного поискового движения и соболезнует родным и близким.